Кто такой был Калиновский и ради чего он восстал? Калиновский? Он и генералом был, и повстанцем был в Беларуси здесь. Возглавлял движение против царизма российского. Восстание Костася Калиновского, он восстал за, по-моему, независимость нашей страны. Народный наш батька. Калиновский. Он каким-то бунтом командовал. Это был Кастусь, который вельми отважный, который восстал супротив правды. Ну, Калиновский борец, это точно. А так, ну, не знаю, как, уже забыла, знала. Он был, как бы, воевал за народ, а был он, ну, либо освободителем, либо бандитом, это уже решать истории. Это письменник наш белорусский. И он, я не могу точно сказать, но на самом деле я знаю, что он, у него какое-то было произведение, как бы листик, за свободу народа он боролся для нашей Республики Беларусь. Калиновский – это польский дворянин, который боролся, по-моему, за крестьян там и за обездоленных. Я помню, что он был Кастусь Калиновский, и вообще больше ничего не помню. Ну, это в 19 веке жил революционер. Жил он в Вильно, вроде бы, который поднял восстание против Российской империи тогда была. Беларусь входила и Литва. Кастусь Калиновский был керовником повстання в 1863 году. За нашу и вашу свободу. Варто отзначать, конечно, угодки, это обовязково. Восстал он против панского гнета еще в те времена, в общем, такой народный герой.